40 лет этот парень со мной, львенок, ездит со мной по всем городам. Он со мной на всех спектаклях, на всех съемках, всегда. Я часто уезжал из дома, значит, на концерты, на встречи, на съемки. И когда ей было 4, по-моему, или 3 годика, она сказала: «Пап, чтобы тебе не было скучно в поездках, вот возьми с собой вот этого львенка. Это моя любимая игрушка. Ой. Вот он, чтобы был с тобой». Поэтому у нас сегодня все удачно.